раз после смены ночной я поехал, сыграл два спектакля и опять на смену поехал. Но знаете, мне кажется, это было не так уж тяжело. Меня зовут Никита Табунчик. Однажды в Голливуде классный, мне понравился. Не знаю, многие говорят, что фу, но мне офигенно. Это смешно, это гениально сыгранные роли. И концовочка, конечно. Ну, а герой как что? Герой как герой. Хороший, добрый человек. Мы как бы в жизни все стараемся быть добрыми. По крайней мере, я стараюсь быть добрым. У меня просто друг есть, который постоянно задроит телефон так. И он прям такой, как будто ученый в играх. Он такой, так, значит, у меня надо сложить. Да-да-да-да. Такой, что ты говоришь мне? Я ничего не понимаю. Но вот такие вот люди. За ними интересно наблюдать, кстати говоря. У меня есть знакомые, которые прям вот они все знают, они могут рассказать огромные истории, как создавалась эта игра, почему, и там реально интересно, почему там Ведьмак называется Ведьмак, почему он с белыми волосами, почему он ростом 157 или 158, почему именно так, он может рассказать это, и он расскажет еще, почему у него глаза круглые, а не квадратные. Рассказать. Это очень, кстати, интересно. Так жизнь устроена, что поделать. У меня просто есть мечта с братом сняться в фильме. Вот. В одном фильме, в главных ролях, и чтобы мы были там режиссерами, сценаристами. И фильм должен быть детективом. Как вот Шерлок Холмс, я думаю, что это такое. Но не знаю, суть в чем должна быть, как вот синопсис. Просто как мы, два брата, тут раскроем какое-то дело, может быть. Ну, что-то интересное, что-то новое хочется сделать из этого. Но это пока наша такая мечта, еще маленькая. Но думаю, что когда-нибудь она проявит себя. Вообще я люблю комедии смотреть, все. Да, обожаю комедии. Мне когда Дима говорит, давай посмотрим драму, он такой, нет, Дима, я не хочу драмы. У меня после них постоянно как-то не так. Ну такой, я сижу, блин, разве так можно было, а? Ну как так-то? Не знаю, мне как-то резко ударяет это. I still see shadows in my room. Can't take but the love me I gave you. Та-да-та-да-да-та-да-да-та-да-да-та-да-да-та-да-да-та-да-да-та. Is it standing na 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 listening to my heart is one on a brain. И там далее. Ну, такая классная песенка там про любовь. Да, про пропавшую любовь. Это Juicy World, покойся с миром. Никита Табунщик здесь. Тут, всегда здесь, всегда там. Он везде.